Сегодня день рождения Анатолия Крупнова. Хотя мы не были лично знакомы, но, как ни странно, ходили по одним и тем же местам. Жалко, что не могу сказать лично, но я верю, что его душа здесь с нами. Пока мы его помним, слушаем его музыку, он всегда будет с нами. С днем рождения! Хороший повод вспомнить и послушать его музыку.